Алтайский заповедник – один из крупнейших в России. Его площадь – это почти 10% территории Республики Алтай. Это царство озер. Самое крупное – Телецкое, один из крупнейших водоемов Южной Сибири. Длина его почти 80 километров, а глубина – до 325 метров. Незамерзающая вода видна вдалеке. Телецкое озеро иногда называют Алтайским морем. Геологически это заполненная водой котловина ледникового тектонического происхождения. Но здесь бывают настоящие шторма с полутораметровыми волнами. Это и есть Телецкое озеро. Алтайское сокровище. Место силы. В начале февраля, благодаря суровым холодам и ослабевшим на время ветрам, Золотое озеро хоть и нехотя, но поддалось зиме. Лед, сковывающий меридиальную часть Телецкого, все реже поет, а толщина сейчас около 30 сантиметров. Его структура неоднородна. Прозрачный черный лед чередуется с участками белого, насыщенного пузырьками. С воздуха хорошо видно паутина больших трещин, пронизывающих ледяной панцирь озера вдоль и поперек. Thank you.
Телецкое изнутри – это бескрайние песчано-илистые пустыни. Игра бликов солнца на мелководье. Крутые свалы, отвесные стены. Прибрежная мелководная полоса, обычно плата, литераль, с обросшими водорослями камнями, корягами и топляком. Кое-где на дне лежат иногда действительно огромные деревья, а валуны бывают размером с автомобиль. Затем вниз уходит илисто-песчаный свал, местами каменистый. Глубже – массивы скальной породы. В ясную солнечную погоду при хорошей видимости ландшафт местами напоминает бескрайние дюны. Через несколько дней после ледостава взвесь осядет, и прозрачность воды превзойдет все ожидания, может достигать 20-30 метров. Но в этом застывшем безмолвии картина под водой постоянно меняется. Выпадает снег, его сдувает со льда ветер. Вместо ярких солнечных лучей и игры света дайверы наблюдают сумрачный мир и холодные лучи, пробивающиеся через снежно-ледяной купол. В поселке Яйве прямо у берега имеется подводная достопримечательность – дамба, защищавшая суда от зимних штормов. Дамба с 50-х годов постоянно достраивалась. Добавлялись новые части, принадлежащие как заповеднику, так и метеостанции. В начале 90-х годов дамба габаритами с трехэтажный дом окончательно затонула и сейчас служит домом для обитателей озера на глубинах от 3 до 12 метров. Самое красивое в подледных погружениях – это сам лед. Снизу можно словно через стекло наблюдать за гуляющими по льду людьми. Лед, трескаясь, поет. Трещины, пронизывая озеро вдоль и поперек, образуют причудливую переплетающуюся сеть. Пузырьки воздуха светятся маленькими яркими звездочками на хорошо видимом голубом небе. Несмотря на идеальную прозрачность воды, видимость зависит от освещения. В пасмурную погоду создается иллюзия тумана. На Телецком каждое погружение глубже 15-20 метров – ночное, вне зависимости от времени суток. У воды в озере особенное светопоглощение. Сумерки в пасмурную погоду наступают уже с 10 метров. Если смотреть вниз, впечатление, будто погружаешься в почти осязаемую черноту. Находясь подо льдом, человек невольно меняет картину. С каждым выдохом о ледовый потолок разбиваются пузыри, образуют причудливые формы лужицы воздуха, похожие на ртуть, растекаются реками по трещинам и соединяются в целые озера. Снизу, как и с высоты птичьего полета, видна сеть больших и маленьких трещин во льду. Они еще вчера блестели и переливались на солнце, а сегодня под снегом от них идет лишь тусклое свечение. Постепенно поверхность воды в пузыре замерзает, и можно видеть причудливые морские узоры. Thank you.
тебе так. Давай. Немного мест на Земле могут сравниться по красоте с озерами и горами Алтая. И мы гордимся, что есть в горном крае уголок, где сохраняется дикая природа, величайшее богатство Республики Алтай и России.